Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. У микрофона Мария Кожевникова. В Кирове снесут 10 аварийных домов. На эти цели выделено более 2 миллионов рублей. На днях в городе прошли аукционы на поиск подрядчиков для этих работ. Торги шли с понижением начальной цены. В 8 случаях бюджетные деньги удалось сэкономить. Цены контрактов от 42 до 373 тысяч рублей. Выполнить снос победители обязаны в течение ближайшего месяца, сообщает портал Ньюслер. Напомню, по данным на конец ноября 2016 года, аварийными в Кирове признаны 477 домов. За год было снесено 17 домов. На эти работы потратили 3 миллиона 800 тысяч рублей. Дайджест недвижимости. Для переселенцев из аварийного жилья прокуратура проведет горячую линию. В ведомстве будут принимать звонки по вопросам нарушения законодательства при переселении и проведении капремонта домов. Кировчане смогут рассказать о нецелевом расходовании средств, направленных на капремонт, некачественно выполненных работах и других проблемах, а также получить разъяснение законодательства в этих сферах. По всем поступившим обращениям будут проведены проверки, пообещали в региональной прокуратуре. Горячая линия пройдет 25 мая с 9 до 18 часов. Сообщение можно оставить, позвонив по телефону 38 11 93, а также на официальном сайте прокуратуры Кировской области. Дайджест недвижимости. Собственников квартир и офисов накажут за шум по ночам. Законопроект об этом внесли на рассмотрение Госдумы депутаты от ЛДПР. Так предполагается увеличить штрафы за шум по ночам до 100 тысяч для юридических лиц. Физлица должны будут заплатить от 1 до 2 тысяч рублей, руководители организации от 10 до 20 тысяч. Шуметь по новому законопроекту запрещается с 10 вечера до 6 утра, а проводить ремонтные и строительные работы до 7 утра. Исключение составят ликвидация последствий аварий и стихийных бедствий, предотвращение правонарушений, обеспечение безопасности граждан, богослужение, религиозные обряды и церемонии, культурно-массовые мероприятия. На этом все. В студии работала Мария Кожевникова. Дайджест недвижимости.